Хорошо. Она что, нас подсматривает? А директор русского отдела Валерий Филиппович. Oh my honey, Jesus. Holy, holy God, send love and joy. Что, серьезно? Абба, how is this sign before? Знаете, такое ощущение, что раньше церковь, она как бы захватывала землю в ширину, а сейчас как будто время пришло идти в глубину. И Бог, Он как не хочет, ну, как оставлять нас на поверхностном уровне, и хочет, чтобы мы бурили прямо внутрь саму суть той истины, которая на самом деле в ней так много всего, но так много настоящей глубины. И... Света сегодня, да, когда она начала петь, особенно вот в конце о любви, оно как, вот, что на самом деле любовь, она настолько простерта, не просто, знаете, вот, ну, как бы мы привыкли любовь, а и достаточно плоско как-то, да, это все. В ней так много глубины вообще в самом этом, в самой этой истине. И на ней можно остановиться и просто углубляться, идти в глубину, и не будет достаточно никогда. То есть всегда будет что-то, что есть больше. И Он как, знаете, я всегда говорю о том, что Бог действительно не живет в нашем разуме, Он живет в нашем сердце. Разум не может его вместить, только сердце способно, бесконечно расширяясь, вмещать Бога. Вот. Хорошо. Я хочу, знаете, с чего, чтобы мы начали. Вообще не знаю, с чего я хочу, чтобы мы начали. Потому что, знаете, вот это все, оно настолько обширное. Может, с пророчества, да. Спасибо за напоминание. Я хотела попросить Ларису, чтобы она нам перевела пророчество, которое прислала Шерон Гонзалес. Я еще вчера хотела это сделать, но вчера я выпала. Забыла об этом. Господи, благослови нахождением пророчества. Дома останется. Дома останется. Спасибо. Мы пока займемся практическим упражнением одним. Вчера мы, помните, говорили о том, что мы на самом деле были мечтой Бога. Что на самом деле... Идея не состояла в том, что, как люди, ну, привыкли думать о том, ну да, все было сотворено ради них, они в центре Вселенной, знаете. И вот как ни странно, ты вроде в центре Вселенной, в центре мира, знаете, в центре идеи Божьей. А как-то все равно, как, ну, как, это как не дает тебе увидеть себя в том возвышенном качестве, для которого ты действительно был сотворен. И мы говорили вчера о том, что... Кто помнит вообще, о чем мы вчера говорили? В вечном плане. Кто-то написал себе название. Да? Вечный план. Да. Мы говорили, мы вот так вот делали, как бы смотрели из вечности, что же было на самом деле изначально. И что, к чему, ну, к чему я веду, что я хочу вам предложить? Я хочу предложить вам, знаете, поэкспериментировать с Богом в том смысле, что попробовать, мы вот сейчас просто возьмем немножко времени. Кто не был, мы говорили о том, что изначально мы прежде того, как вообще что-либо появилось, земля, горы, леса, моря и все остальное, мы изначально были в Божьем сердце как мечта. И Бог был беременный этой мечтой. Вот Он ее вынашивал, там, я не знаю, на протяжении какого безвремени, в вечности, но достаточно долго, думаю.
И когда он уже, ну знаете, когда он выносил это, как это было вот, ну как созрело внутри, как вот знаете, ребенок созревает в животе у женщины, созрела эта мечта, чтобы быть проявленной. И Господь начал осуществлять. И вы знаете, мы иногда читаем как документальные места Писания. И был свет, сказал Господь то, сказал Господь это. И знаете, хронология событий, так оно все документально звучит. А просто остановитесь на минуточку. Вы когда-нибудь слышали, как идет стройка? Вот большого чего-нибудь, когда строят. Представляете, звук, а? Там что-то грохочет, там что-то сверлят, там что-то... Короче, люди кричат, ну ты кипиш такой. А представьте себе, когда творилась земля. Вы можете представить, как все громыхало, как все сверкало, как все переливалось, как пахло все? Вы можете представить, как это драматическая картина всего того, что происходило? Это не было втихаря. Это было очень грандиозное событие. И также точно, знаете, за вот какими-то такими документальными моментами в Писании мы теряем вот вкус его, вот эту глубину переживания. В то время как Господь, Он почему? Вот Он дал нам слово, но это слово, которое дает нам вход в переживание. На самом деле Дух Святой, Он сопровождает это слово, Он его написал как знаки, как указатели, как фундамент, в котором мы можем... оттолкнуться в нашем поиске, в нашем приключении с Богом. Потому что Иисус сказал, я бы вам и больше сказал, но вместить не можете. Вот я и так вам даю больше, чем вы можете вместить. Вот Дух Святой придет, Он вас наставит на всякую истину. И знаете, а вот дальше это бездна. Вот как Павел, он говорит, о бездна премудрости ведения Божия. То есть он как заглянул туда, он согласился пойти достаточно глубоко с Богом, ну то есть как бы приоткрыть эту завесу и посмотреть туда. И я верю, что Бог, Он в это время, Он нас приглашает. А что дает нам смелость, это то, что мы смотрим из позиции любви, а не страха. И вот мы не будем экспериментировать со страхом, мы долго заигрывали и долго мы водил у нас за нос. Но сейчас пришло другое время, когда Господь, Он открывает... Свет приходит, понимаете? Пришел свет, который дает нам, позволяет нам увидеть. То есть прежде, когда ты в этой темноте, ты даже как бы ты ни старался бы не мог увидеть. Но Дух Святой, Он может наставить на всякую истину. И я уже делилась, что Господь, Он побуждал меня долго молиться о том, чтобы пришел свет. Он просто подсказал. Он сказал, что для того, чтобы вы начали, могли вообще начать что-либо видеть, вам нужен свет Духа. То есть, чтобы пришел вот этот духовный свет, который поможет вам увидеть. Потому что без него вы не поймете, не увидите ничего. И мы молились долго об этом. И вот я верю, что то, что мы сейчас переживаем, что определенным образом, как открыт портал, и пришла вот это чистое откровение приходит, которое позволяет исследовать Бога, не рискуя завалиться куда-то. То есть сам Господь, Он как открывает свое сердце, открывает самого себя. И Он, если нас куда-то заносит, Он выравнивает. Нет страха. И вне страха, нам, когда ты не просто безбашник какой-то, знаешь, у тебя страха нет, ты просто дурак какой-то. Но когда ты нормальный, просто ты рядом с Отцом, и ты путешествуешь и экспериментируешь именно с Богом. То есть ты не ходишь как какой-то, ну, как беспризорник, ты живешь как сын. То есть ты позволяешь себе ошибаться, но всегда зная, что Бог рядом, и ты узнаешь дерево по плоду просто. Он же не сказал тебе, ни то не делай, ни это не делай, ходи по струнке. Он сказал, по плоду узнайте. Хорошее дерево приносит добрый плод. И всего испытывайте, хорошего держитесь. И вот в этой свободе, знаете, без страха жить, когда ты перед Богом, то это позволяет экспериментировать, исследовать. И что интересно, попробуйте подумать о вот такой мысли. Можем ли мы преувеличить как-то любовь Бога? Можем? Вот представьте, вот мы взяли сейчас, вот мы раздуем эту тему. Мы рискнем раздуть эту тему. Давайте вот раздуем, просто возьмем и вот так нагло просто раздуем тему Божьей любви. Вот просто рискнем ошибиться вообще. Сколько бы мы не пытались это сделать, мы никогда, как бы мы ни подпрыгивали, мы не рискуем ее преувеличить, ребята. Вот страх мы умеем преувеличивать, а нам нужно поучиться попробовать преувеличить Божью любовь. Тем более, что мы не рискуем, мы не преувеличим ее. Это Господь мне когда-то сказал, говорит, не бойся преувеличить мою любовь.
ты никогда ее не преувеличишь. Хорошо, пришла Ларисочка, и она сейчас нам найдет это место, ой, не место, местописание найдет. Это местописание, которое нам прислала Шерон Гонзалес. Она поделилась с какого-то, видимо, сайта, я так понимаю, что авторитетные пророки, и это какой-то пророческий саммит, по-моему, да, которые молились об этом в 2014 году. Я верю, что свежее пророческое слово очень сильно помогает, и я, честно скажу, я очень чту пророческий дух, очень. Ну, это без искажений, я действительно очень почитаю его. Я дорожу, я действительно и смиряюсь перед ним, и завишу от него. И я очень люблю дух пророческий, потому что истинное свидетельство Христово – это дух пророческий. Без пророческого духа мы никогда не сможем получить откровение Христа. И поэтому вот здесь, на этом месте, я еще раз хочу почтить его. И хочу сказать, что только через дух откровения мы имеем надежду войти в эту реальность. Holy Ghost, God, Jesus. Спасибо тебе, Дух Пророческий, что ты с нами. Я просто хочу, чтобы вы послушали, потому что действительно очень ободряющее слово, которое, ну, поможет нам, я верю, даже правильно смотреть на то, что Бог делает вот в эти дни. Давайте Ларисе похлопаем, она уставшая после поездки. Это слово от Тим Шитц, его фамилия, это значит... Что в переводе гуглом Тим Простынь. Простынь, простыня, Тим Простыня, да. Слава Богу за гугл. Так. Значит, Тим Шитц, он является апостолом, пастором, автором книг, живет в южной части Огайо, выпускник Института «Христос для народов» в городе Даллас, штат Техас. В общем, вернулся в 1979 году в Охайо, чтобы быть пастором церкви Оазис, служения Оазис и не пойдет, нет? И церкви Сити Гейт в общем, в Огайо. Его сайт самый, ну там и самый большой, в общем, уважаемый пророческий апостольский человек в теле Христа в Соединенных Штатах Америки. Значит, слово называется «Прыжок в ваше будущее, двери новой истории теперь будут открыты». Так, ладно, чтобы не упало. В январе 24 января 1914 года происходил ежегодный пророческий саммит. Саммит мы уже знаем, что такое. Вообще, встреча на высшем уровне. Спикерами были Тим Шитц, Дат Шитц и Барбара Вен Троупл. Следующее слово было дано апостолом Тимом Шитцем. Могу? Хорошо. Ну, в общем, слово было дано апостолом Тимом Шитцем. Бог открывает двери. 2014 год – это 5774 год по еврейскому календарю. Айн Далит. Еврейский календарь говорит к нам пророчески. Число 4 – это есть буква «далет». В еврейском календаре цифры, они как буквы. То есть, получается, четвертая цифра стоит, представлена буквой «далет». «Далет» – это слово, которое переводится как «дверь». Или открытая, как «дверь в палатке». Или открытие в новую территорию. 5774 год, также год прыжка в еврейском цикле. У нас это высокосный год тоже называется. Но дословный перевод это как прыжок. Айн Далет говорит нам о годе открытых дверей. Таким образом, что мы можем прыгнуть вперед, то есть год открытых дверей, чтобы вы могли прыгнуть вперед.
Дух Святой будет открывать двери сверхъестественно для своего народа в этом году, чтобы прорваться вперед. Многие в теле Христа, там просто по-русски вперед, а на английском три разных слова используется. Многие в теле Христа, перед многими в теле Христа двери были закрыты всякими противящимися обстоятельствами, атаками бесов и финансовыми атаками, даже атаками через людей. Но мы собрались вместе, чтобы провозгласить Слово Господа. Бог сейчас открывает двери нам, чтобы прыгнуть вперед. Он открывает двери для нас, чтобы прорваться вперед. И мы собираемся прыгнуть, мы собираемся побежать сквозь открытую дверь или в открытую дверь и прыгнуть в наше будущее, совершить прыжок. Мы прыгнем над этими противящимися обстоятельствами. Мы будем прыгать над демоническими атаками. Мы прыгнем над финансовыми атаками. И мы прыгнем в надежду, которая уверенная. И она непоколебимая, она несдвигаемая. Мы будем побеждать, и мы будем царствовать, править, демонстрируя превосходную силу в нашем царстве. Так, следующая часть пророчества. «Восстань, и я предам тебе силу». Дух Господень провозглашает церкви. Двери новой истории теперь будут открыты. Новое движение поднимется теперь. Новый поток от моего престола начнет течь. Это чистый поток чистого Евангелия. Поток моего Евангелия его направление было сдвинуто и как дамба поставлена теми, кто хотел получить какие-то прибыли, как или выгоды от зарезервированных благословений, которые есть в этом резервуаре. Но я теперь сдую все дамбы. У меня будет Евангелие, которое будет течь и течь свободно. Мое движение будет двигаться. Оно построено, чтобы двигаться, и оно будет двигаться. Имея силу посредством свежих излияний, свежего дождя, излияние небес наполнят до перенаполнения, и оно перепрыгнет, перейдет в стадию потопа, потока. И уже это не будет побеждаемо Ладикийским духом. Это будет чистый поток Евангелия, который будет подожжен огнем моего дела, моей темы. Тот, который я могу подкрепить знамениями, чудесами и чудотворениями. Тот, который не запачкан гордостью и моральностью или жадностью или сребролюбием. Тот, который я могу, тот, за которым я могу опустить как маршал армии неба, те, которые я могу подкрепить потрясающей силой царствия. И поколения, они соединятся в попытках, в своих усилиях вместе ради пробуждения и сбора такого урожая, которого не было еще, видимо, раньше. Я призываю моих гедеонов выйти из того места, где они прячутся, и перестать и остановить расхищение моего урожая. Я увидел вас за вашим... Где там Гедеон прятался? Молотилом. Да, вот. Ну, в общем, там, где вино давят. Я видел вас за этим молотилом. Я видел ваш секретный труд. Я услышал ваши крики. Теперь услышьте мой. Восстаньте, встаньте, и я придам вам силы. Восстаньте ради дней, которые впереди вас. И прыгните, сделайте этот скачок в будущее,
который я назначил для вас. Я соединю в совместной деятельности, в совместной энергии воинов, воинов-орлов, соединю их с моим воином остатков, с остатком воинов, которые верно посвятили себя мне. Я соединю их вместе теперь для великого движения, которое никогда еще не было высвобождено на этой земле. Вы теперь увидите и вы узнаете, что есть царство, и оно действительно приблизилось. И это потрясающее царство. Я видел ваше сердце, и я дам вам силу. Я одержу победу над вашим врагом, и вы будете наслаждаться когда победа над врагом и есть добыча, вот добыча победы. Вы скажете: наш враг дал нам ресурсы, наш враг излил на нас изобилие. Мы имеем больше, потому что была эта война. Понятно? Это что-то напоминает, как Мишель говорила, что враги станут нашим пищей, хлебом. Да, нашим хлебом, да. То есть мы приобрели из-за того, что мы воевали. То есть мы приобрели эту добычу, и у нас есть ресурсы, потому что мы воевали. Сдвиг в руководстве, в лидерстве теперь придет, говорит Господь. Новый род лидеров будет открыт в моем царстве. Те, которые были такие невидимые, незначимые, которые служили верно, теперь они примут продвижение, которое никогда никто не видел. Я это видел. Будет сказано, откуда они пришли, кто они, и я буду их адвокатом, то есть я буду поднимать мой голос за них. Я скажу, это те, которые пришли от моего присутствия, это те, кто не пойдут на компромисс, они не идут на компромисс. Это они, которые уста которых не закрыты этим намордником, то есть их уста не запечатанные. Они будут сдувать. Они не преклонятся перед тьмой. Они те, кто они не угождали гуманистическим взглядам. И этих слов, которые увлекают. Но они стояли за меня и за мои слова. Они те, кто не преклонились. Они не склонили свое колено искаженной религии или доктринам демонов. Они стояли без стыда за меня. И теперь я буду стоять без стыда за них. Я буду на их стороне. Я провозгласил их победу, и теперь я буду присматривать за ее завершением, чтобы она совершилась. Следующая часть. Божественное согласие поднимется в вашей жизни. Как вот это слово согласие, это как согласие и выравнивание, когда ты соглашаешься, и как небо... Согласие с небом. Согласие с небом, да. Как ряды, когда выстраиваются, выстраивание, согласие. Может ли быть изобилие в гашении? Может быть изобилие в моем лагере? Посмотрите и увидьте. Великое избавление грядет, новая история идет, изобилие идет. Определенное время пришло для войны поколения орлов, молодых реформаторов, чтобы они вступили в партнерство с тем поколением, которое сейчас как остаток. И они теперь придут в божественном соединении и согласии. И это произойдет, это поднимется. Ну, как это поднимется, как растение от земли. И теперь оно придет, функционирующая церковь посреди дисфункции. Умноженная благодать теперь будет излита. И согбенные души, они будут освобождены. Пленники в сердцах будут избавлены. Эти ослепленные грехом и нечестием будут освобождены из рабства ада.
в то время, когда пробуждение и сбора великой жатвы, оно теперь сделает прыжок вперед. И эти соединенные поколения в синхронизации с моими ангельскими армиями и пропитанные свежими дождями неба теперь сделают прыжок вперед в это великое пробуждение. Это будет движение, которое будет двигаться в силе, действовать в силе, в страсти и в чистоте. Я подкреплю его чудесами, знамениями и чудотворениями. Заметные чудеса, они сейчас сделают прыжок вперед. Заметные чудотворения также сделают этот прыжок вперед в вашем регионе. Заметные чудеса и знамения сделают прыжок вперед в ваших домах. Пробуждение в утробе моих ходатаев сейчас сделает прыжок в них, то есть в ходатаях, в их утробах. Этот прыжок из утробы тех, кто молится молитвой родов, как рождения. И теперь время настало для рождения, чтобы рождать предтечь, которые побегут впереди. Прыжок в ваш, прыгните в свое будущее, дверь открыта. Вы можете это сделать. Можете взять записи этого урока. Ну, основная мысль, что дверь открыта и время совершить прыжок. То есть Бог, он идет, как он предупреждает о том, что сейчас это время прыгнуть со смелостью. Понимаете? И, ну, там много всего, что говорится, плюс к этому, но это ободрение в том, что там, где мы, ну, как шли, и мы двигались, и мы стучали, мы продвигались, это время очень близко, когда открываются двери, и вот это соединение пророческого духа, орлы, это реформаторский дух, и наследие остатка, то есть старшие, кто шел, как, ну, как двигался вместе, и Бог усиливает это все и выстреливает, ну, то есть как бы сжато это вот где-то так вот, ну, и время сейчас, ну, то есть для меня очень большое, как бы, подкрепление того, что, ну, то, что происходит, это происходит, вот, скажем так. Хочу попросить вас в процессе, когда мы будем разговаривать тут о том, чем мы будем разговаривать, и в какой-то момент, может быть, у вас будут подниматься какие-то, знаете, вещи внутри, как сопротивление или вопросы. Ну, там мы цепляем что-то, знаете, и у вас так, и вы чувствуете, что «а как же тут? А как же вот это?» Вот мы говорим о любви, и вдруг такое что-то «а почему хорошие люди страдают?» Ну, то есть, знаете, какие-то вот вещи, которые как вопрос внутри, знаете. И у меня такое предложение. Вы для себя пометьте у себя в тетрадке, чтобы не забыть, например. И мы можем, допустим, в какое-то время взять, или, ну, то есть, или отдельное время возьмем, или, может, в конце. Мы попробуем, знаете, что сделать? Мы попробуем, не боясь, вот отступить от... Раз вопрос есть, значит, есть предположение, что что-то с Богом не так. Или истина не права, да? То есть мы честны, то есть мы открываем правду, мы не прячем голову в песок, мы признаем, что есть какие-то неувязки. И я хочу сказать, что чтобы помочь вам, вот просто, как можно отступить в этом вопросе в сторону послушания истине, мы не отрицаем вот этих неувязок. Мы не отрицаем того, что есть определенные как бы темные пятна, непонятные. Но что мы делаем? Страх говорит... что-то не так с Богом. Страх говорит, что что-то не так с его истолкованием любви. Ну, что угодно. То есть он придумает любую другое объяснение, лишь бы с перспективы, чтобы мы боялись и чтобы мы не доверяли Богу. Вот вам другая перспектива. Эта перспектива звучит так. Я чего-то пока не знаю. Давайте вот подойдем так. Я чего-то пока не знаю. То есть ребенок, когда он чего-то пока не знает, он просто, ну, достает родителей, пока не объяснят. Или уже, в крайнем случае, ему говорят, подрастешь, узнаешь. Но в любом случае это безопасно. Ну, то есть ты понимаешь, что Бог, ну, отец контролирует вопрос. То есть это не просто висит в воздухе, за тобой охотится какая-то непонятная фигня. То есть это действительно пока тебе непонятно. Вот. Но со временем Бог тебе объяснит. Поэтому...
А что мы будем, ну как, вот вопросы, которые возникают в сердце, и даже, допустим, вы дома будете, допустим, вас догонит какой-то вопрос, и вы подумаете, боже, а как же с этим, а как, а где здесь, а что тут, то мы делаем вот такую, мы делаем остановку, мы признаем, что вот то, что мы на самом деле думаем об этом, это первая вещь, которая очень важна для того, чтобы встать, выровняться, правильно? Для того, чтобы выровняться, сначала надо увидеть, где кривизна. То есть мы признаем, что у нас есть кривизна, потом мы выравниваем ее в плане того, что мы говорим, Господь, да, я вижу, что вот я верю о тебе вот в это. Я верю, что ты такой. Я верю, что ты жадный, например. Я верю, что ты любишь других больше, чем меня. Ну, то есть любая, вот, ну, то есть то, что вы действительно чувствуете по этому поводу. Но следующий шаг, вы говорите, Господь, а теперь я хочу увидеть это. Из перспективы, что ты меня все-таки любишь. И попытаюсь увидеть и найти вот это объяснение от твоей мудрости, которое мне удаст увидеть это по-другому. Понимаете? То есть нам надо учиться сотрудничать с любовью, которая... Мы просто привыкли, у нас готовые ответы. Страх нам уже столько шаблонов подарил, что в любой ситуации у нас быстро выстреливает наше понимание. Да? То есть мы в какую-то ситуацию попадаем, а у нас уже заготовка, хрясь. То есть мы даже не разбираемся, даже не ищем ответов на самом деле. То есть мы идем вот так вот, как рабы по жизни, и нас катит, катит. Мы даже порой не отдаем себе отчета, что мы почувствовали, то или это. А сейчас время настало, когда Дух Святой приходит и обличает нашу псевдоверу и наше псевдодоверие Богу. То есть мы как бы признаем, что у нас такие есть какие-то вещи, где мы вопрос с Богом не решили. То есть он у нас остался в подвижном состоянии. То есть мы его как бы подсознательно решили в пользу того, что Бог какой-то не совсем добрый, например. Да? То есть мы не стали в оппозицию к этой лжи, понимаете? Мы сейчас как бы выбираем стать в послушание к Богу и в оппозицию к той лжи, которая была. К той лжи, которую раньше мы принимали, как все как бы делают вид, и мы тоже. Понимаете? То есть, а сейчас мы становимся в оппозицию к этому. То есть мы уже не говорим, ну ладно, потерплю. Не надо потерплю. Нам нужны ответы от любви. Да. Правда? Вот, поэтому как, вот мое предложение, что мы будем тренироваться, практиковать с Богом, выяснять вот эти вот скользкие вопросы. И, допустим, вот такое предложение. Вы можете дома попробовать какие-то моменты, да, таким образом послушать Бога. Ну, а также мы будем еще пробовать время брать для того, чтобы, например, вот дружно, например, вот кто-то смелый скажет, вот у меня вот такой вопрос. А как вот я знаю, Игорёня 100% вопрос задаст. Он у нас человек прямолинейный. Вот. То есть Полинка, он тоже, наверное, уже готовит уже вопросы, записывает. Вот. То есть есть вопросы. Я не буду единственным ответчиком. Договорились? Мы будем все вместе пробовать поменять перспективу. Хорошо? Чтобы у вас не было такого искушения, что у вас всегда есть заготовка, знаете, что кто-то вам всегда на вопрос ответит. Бог нас пригласил в партнерство, правда? И вот эти почемучки, вот эти вопросы, они помогают ребенку расти. Ну, то есть Бог оставил достаточно тайн, правда? То есть тайны, они... Вот давайте вот хотя бы вот раз уж до тайны дошли, давайте подумаем. Бог предусмотрел множество тайн, правда? Слово «писание» полно примеров, что сколько у Бога тайн, всяких разных. Там я могу, допустим, там привести парочку примеров из Писания, где, например, «Слава Божья облекает тайное дело». И кто знает дальше? «Исследовать дело». То есть царское дело это, понимаете? Например. То есть определенное количество тайн, то есть я могу воспринять ситуацию просто как недостаток света, тьму, страх, я иду в потьмах, я брошен, я оставлен. А со стороны веры и доверия Богу я скажу, Господь, ты облег дело тайной. Значит, мое царское дело начать ее исследовать. Понимаете? Это совершенно другая перспектива, правда? То есть Господь оставляет определенную часть неизвестности для того, чтобы увлекать нас туда. Потом Бог порой прячется. Вот так прячется. Вот так. Бог спрятался. Для того, чтобы мы его могли найти. Понимаете? То есть, я тут недавно зашла к своей сестре. Так смешно было. Ну, зашла к сестре в доме полумрак.
И Тима шарится по комнате один. Я говорю: «Тимочка, а где все?» Он говорит: «Мы в прятки играем». Так что вы думаете? Инка торчала из-за занавески как только можно. Он туда мимо ходил раз пять. И так рукой потрогает, и так. Пока она его не позвала, он ее не заметил. Вот так и мы. Бог торчит отовсюду. Найдите меня, найдите меня. Но из-за того, что мы заранее, ну, себя пугаем и говорим: Бог, Бог ко мне не приходит, Бога нету, я не чувствую. То есть у нас уже заранее готов ответ. То есть мы не видим очевидных вещей. То есть Бог очень сильно хочет нам открыться. Это важный постулат. Он ревнует, это воля Божья, да познают единого Бога. Понимаете? Это, собственно говоря, его план, чтобы мы его знали. Поэтому никогда не верьте, что Бог прячется от вас и не хочет, чтобы вы его узнали. Вы бежите за ним, а он убегает все время. Вы его пытаетесь поймать, а он убегает все время. Это ложь врага. Он бежит навстречу вам. Но мы часто пугаемся и мы прячемся. Поэтому вот наша позиция. Мы разворачиваемся к Богу, хватит нас дурить. Мы разворачиваемся, чтобы найти его и чтобы быть найденными. Хорошо? Вот. Итак, тайна. Почему бывают тайны? Да? Мы знаем, что тайна сия велика. Помните, мы вчера говорили, Павел говорит: я говорю по отношению Христа и Церкви, тайна сия велика. То есть у него не мало того, что тайны есть, у него еще есть великие тайны, которые он от вечности прячет. Вот, например, тайна Христа и Церкви, она по-настоящему, она начала открываться, когда вот Павел говорить об этом начал. Но до сих пор мы еще не въехали в это. То есть вот сейчас мы живем в то время, когда это начинает действительно раскрываться тайна. То есть есть такие тайны, которые он на протяжении веков хранит. Представляете, ангелы пытаются приникнуть и не могут. Дьявол пытался понять и не мог. Если бы понял, не убил бы Господа славы. Понимаете, Бог умеет облекать дело тайной. То есть вот взгляд позитивный на таинственное. Потому что в Боге так много всего загадочного, таинственного, удивительного. Он любит удивлять, он любит нам готовить сюрпризы. Поэтому неизвестное – это не источник опасности. Это просто что-то, где он хочет, чтобы мы его узнавали. Понятно? То есть вот вам, пожалуйста, о тайне. Я могу смотреть на тайну, как на то, что «ага, Бог не доверяет мне». Или «Бог прячется от меня, Бог не хочет, чтобы я его знал». Или «Бог вообще против меня что-то имеет». То есть я могу что угодно придумать. Там, где у меня недостаток света, обязательно дьявол придет и начнет мне рассказывать. Если только я не стану в оппозицию к этому. То есть у нас движение оппозиции любви. То есть мы как оппозиции против лжи, но мы стоим со стороны любви, хорошо? То есть мы любой вопрос мы истолковываем теперь с точки зрения любви, и мы тренируемся в этом. То есть мы ничего не достигли, мы учимся, ничего страшного, это нормально, мы будем потихонечку туда продвигаться. И вот у меня предложение взять сейчас немножко времени, и ну, как первое мое предложение попробовать взять... Вот мы вчера говорим, что вчера у нас был разговор о том, что мы были в сердце Бога, мы были его мечтой. И я предлагаю взять немножко времени и позволить Духу Святому, знаете, вот то, о чем мы говорим, очень важно печати удостоверения, то есть пережитое. То есть когда Господь говорит лично тебе, потому что то, что говорит вам Вика, есть большая сила в слове, когда оно помазано. Есть огромная сила, которая вот вы просто может, если вы даже будете сидеть и не сопротивляться слову, то есть вы не будете, знаете, так вот бузить, знаете, как бы стоять против, и не будете сердце свое закрывать, а вы как дети просто сядете и позволите, доверитесь Духу Святому, не мне, а Духу Святому, и позволите этой чистой воде омывать ваше сердце. Даже это имеет огромное влияние, то есть на вас сходит поток воды, вот этой чистой воды, которая смывает с вас ложь страха. Уже это будет работать. Но если мы будем еще брать время для того, чтобы позволить Духу Святому нам сказать, вот просто нам сказать, потому что, конечно, он может сказать во время слова тоже, но есть что-то большее, когда ну, мы можем вот просто взять время и позволить ему нам что-то сказать или показать. Вот мое предложение, что мы сейчас остановимся,
И мы позволим, сделаем такой вот эксперимент. Мы позволим Духу Святому отправить нас вот туда, в то прошлое, когда нас еще не было. В то прошлое, когда не было еще земли. В то прошлое, когда в сердце Бога просто рождалась мечта. И каждый из нас был в этой мечте. Мы не просто, знаете, нас не клонировали. Один, второй, третий, пятый. Надо число язычников выбрать, сколько будет. Господь подумал, вот такое. Ладно, количеством просто возьмет. Нет, каждый был особенной мечтой. Каждый был особенной мечтой. И вот мое предложение сейчас просто позволить Духу Святому отправить нас туда, назад. В то место. Просто попросить Его, Дух Святой, просто отправь меня сейчас в то место, когда ты просто мечтал обо мне. И позволить Богу дать вам пережить. Посмотреть, какие картины Он вам покажет. И это будет действительно печатью. Хорошо? Мы сейчас возьмем какое-то время. Наташа, не смотри на это. Она уже там. Хорошо, не бойтесь. Это, ну, как бы никакого напряжения. Никакого напряжения. Вы просто позволяете себя туда отправить. Я напоминаю. Жил-был Бог. Бог жил втроем. Он был один, но жил втроем. И жил он втроем. Как... Это прообраз семьи. Да? Это говорит на нашем человеческом языке о том, что он был семьей внутри себя. Бог был полон взаимоотношений. Он внутри полон взаимоотношений. И его желание это отдавать и получать отношения. Поэтому вот в то место мы сейчас отправимся и позволим Духу Святому нас как поставить на наше сердце печати, что мы родились там еще, в его сердце, как мечта. Мы выйдем за пределы нашей ограниченности. Хорошо? The Lord at all times, at all
Если кто-то хотел бы поделиться что-то, если переживал кто-нибудь такое, что-то особенное, что могло бы ну, всех благословить, можете поделиться. Все что-нибудь переживали, да? Хорошо. Не все переживали. Хорошо. Я могу сказать, мне так интересно, Господь, вот именно через эту песню, то, что много голосов и... Бог мне вдруг показал свой восторг, предвкушение, как он вот знал, как это будет, что вот разные, все наши сердца, все наши наперебой, мы будем ну, счастливы, мы будем его, как, ну, знаете, как вот это вот благодарить, радоваться. So my honey, Jesus, God. Ты хотела, чтобы светить. So my... Ты хотела с этим поделиться? Нет? Сейчас не хочу. Хорошо. Хорошо. Я хочу немножко коснуться, знаете, какого вопроса? Мы недавно тут разговаривали, Игорь говорил, что вот есть дух гуманизма, который все время где-то бродит, знаете, рядом. И он все время пытается исказить истину. Он как домешать, вот как искажение принести. И я ну, должна признать то, что дух гуманизма, он действительно очень опасный, который сильно поражает тело Христа. И вы знаете, да, что гуманизм – это все для человека, все для блага человека. То есть человек, он как в центре всего, да? И этот дух, он действительно силен делать, подстраивать подделки. Но чтобы мы не ошиблись, я вам хочу сказать, чем Евангелие отличается от гуманизма? А помните, мы жили в стране Советов, там был такой, знаете, моральный кодекс строителя коммунизма, слизанный с писанием, со священного.
Там были описания коммунистического общества, тоже списанные со Слова Божьего. И даже гимны. То есть, в принципе, это была религия, просто мы не знали, что это тоже вера. Мы просто верили, но не подозревали, что, собственно говоря, участвуем в священнодействии, только поклоняемся не тому. И вот гуманизм, он хитро подстраивает и ценности берет похожие, но у него одна очень явная отличительная черта. Он в центр ставит человека. Он не ставит в центр Иисуса Христа. Поэтому там, где интересы человека поставлены в центр, и человек поставлен в центр, собственно говоря, внимания, фокуса, обслуживания человека, знаете, в центре человек. Вот это признак гуманизма. Он может подделывать, действительно. Вот, например, мы говорим о любви Божьей, но если мы не через призму Креста, не через призму Иисуса Христа смотрим в эту сферу, мы, скорее всего, просто будем слушать учение, которое нам нравится. Понимаете? Потому что о любви приятно слышать и духовному, и душевному. Но мы хотим, и кошки, да, и кошка любит, вот, но то, что мы хотим, к чему мы стремимся, к тому, чтобы укрепить внутреннего человека, чтобы наш внутренний человек, он укоренился в любви. Не душевный, чтобы укоренился в любви, а духовный, чтобы наш внутренний человек пустил корни во Христа, в Его любовь. Поэтому в центре будет Иисус, и отношения с Ним – и отождествление со Христом, это избавляет вас от риска впасть в неправильные вещи. Когда мы говорим о любви в контексте нового творения, мы всегда будем смотреть через жертву, через крест Иисуса Христа. И это нас обезопасит. Потому что любовь Божья, она изливается в наши сердца Святым Духом. И Дух Святой — это Дух истины. И мы в отношениях с Ним всегда через смиренное состояние сердца. Понимаете? Поэтому я хочу сразу как бы этот акцент поставить, чтобы мы не были соблазнены и не были, исходя из плоти, не слушали послания. Понимаете? То есть я вчера говорила об этом, о том, что я делюсь с вами, и я направляю это слово к рожденным свыше, к новому творению, к тем, кто имеет совершенно новую природу, кто не будет поврежден этим словом, кто будет укреплен, кто будет получит приращение, благодать для роста. Вот кому это слово служит действительно? Потому что для душевного это запах смертоносный, ребята. Это не будет содействовать развитию. То есть это слово, оно не поможет. Оно поможет только тому, кто там, где мы принимаем это как Христовый, понимаете? Вот. О чем немножко хотела с вами поделиться. Вчера, когда мы разговаривали о той любви, которая была внутри Троицы, мы говорим «была», потому что мы соотносим к себе сегодняшним, мы говорим, что это было тогда. Поэтому Господь и сейчас в этом состоянии пребывает, но как бы для понимания, для нашего, я говорю, это было тогда. То есть Он жил втроем, короче, наш Бог. И мы говорили о том, что Он хотел принять в свои взаимоотношения еще кого-то. Он хотел пригласить в этот внутренний круг. Вот мы не можем пригласить во внутренний круг чужаков, правда? То есть мы не можем. Есть вот тайна, когда ты не можешь пригласить в этот внутренний круг взаимоотношений подряд всех. Ты можешь пригласить только тех, кто действительно как тождественен с тобой, как вот сердцами, сердцем открыт, кому ты открыт, кто не причинит тебе зла, кто не разрушит тебя, правда? И вот Господь хотел вот в эту близость пригласить нас в будущем. Но для того, чтобы пригласить в такие партнерские отношения любви, Он не мог пригласить несвободные личности. Поэтому, естественно, личности должны были иметь свободный выбор. Но вы знаете, что свобода выбора, она чревата. Свобода выбора чревата тем, что выбираем и выбираем не то. И рисковал ли Бог? С точки зрения того, что он рисковал потерять часть своих детей, он рисковал действительно. Но с точки зрения осуществления своей мечты, к которой он стремился, он не рискует. Потому что он знает, что будут те, кто пойдут за ним.
И поэтому неизбежно для того, чтобы подарить нам эти отношения, Он должен был подарить нам свободу. И не бывает настоящей любви без настоящей свободы. Не бывает послушания без свободы непослушания. Поэтому мы имели эту возможность, и это действительно произошло. Но для того, чтобы нам правильно понимать, знаете, мы говорим, да, о том, что есть добро, а есть зло. И мы понимаем, что добро – это свет, а зло – это тьма. То есть как бы в простом понимании, да, добро – это свет, а зло – это тьма. То есть отсутствие света. И когда мы говорим, допустим, ну, что Бог нас взял из царства тьмы, перенес царство возлюбленного Сына, да, Он взял из царства тьмы, а перенес царство света. Да? То есть это всегда как такая картинка из черного и белого. Ну так, для простого понимания. Я сейчас просто возьму, использую вот это. Ну, как бы не совсем. Я хочу просто для того, чтобы показать вам, что я имею в виду. Что часто для нас не является, ну как, мы подлавливаемся чем? Нам нужно понять, что наш Бог бесконечно-бесконечно большой. Нам надо понять вот эти соразмерность, понимаете? Потому что, когда мы говорим «тьма и свет», мы примерно вот это видим. Понимаете? Одинакового размера. Ну да, местами. У некоторых это вот так. А иногда еще бывает вот так. Просто свет очень далеко. Или вот так. Или вот так. Бывает, правда? То есть нам надо увидеть все по-другому. Я вам сейчас другой вариант нарисую. Ой, не нарисую. Кого есть? А, у нас есть сейчас. Помните, я делилась, что ну, это не мои слова, но как бы, можно сказать, общие. Это Джон Арнот сказал. Две простые вещи, которые вы должны запомнить. Бог очень-очень-очень большой. Очень-очень-очень большой. А дьявол очень-очень-очень маленький. Да. Вот и хорошо. Мы движемся в это место. Знаете, рассказывали о Смите Вигглсворте, что однажды, по-моему, это Смит Вигглсворт был. Или нет, или Лестер Самрал. Кто-то, короче, из... А, это всего лишь ты. Его разбудил ночью дьявол и пришел в его гостиницу, в его, по-моему, номер. Он был очень уставший, он открыл глаза, он увидел его и сказал, а, это всего лишь ты. И начал, и продолжил спать дальше. Перевернулся на другой бок и спать дальше начал. Кажется, звучит как фантастика, но я хочу вам сказать, нет ничего невозможного в Боге. Дело в том, что когда мы познаем Христа, кто есть Он, это становится естественным. Поймите, мы сражаемся на стороне победителя. Мы в армии победителей. Хватит уже нам быть в плену у того, кто побежден. Знаете, это, как ни странно, парадоксально получается, что враг, он был пленен. Помните, написано, что Иисус, по сути, Иисус провел дьявола в триумфальной процессии, только... Он шел впереди. То есть вот эта триумфальная процессия, это такая, как это сказать, традиция в древнем мире была. Когда одна армия побеждала другую, то брали в плен людей и проводили их ввиду как всего народа, когда входили в свой город, возвращались, и их проводили под улюлюканье, и в них бросали там яйцами, помидорами, там, то есть они шли часто, ну, в таком как бы, в неприглядном виде, то есть цель была унизить максимально. И вот это слово как раз применяется там, где он провел его, вот в этой вот, мы идем в триумфальной процессии, и вот дьявол, он был, эти начальства власти, я потом это местописание четко прочитаю вам, чтобы мы дальше будем разбираться, о том, что он был опозорен, он опозорил, вот это и было, опозорил все начальства и власти. То есть, а теперь представьте себе, мы умудряемся жить в плену, у тех, кто, собственно говоря, в плену и опозорен. Причем по собственной воле, ребята, что самое удивительное, по собственной воле. Поэтому нам нужно понять, что Бог очень-очень-очень-очень большой, а дьявол очень-очень-очень маленький.
И Господь заключил с нами завет веры. Мы с Ним не в таком завете, когда ты мне, я тебе. Мы в таком завете, когда все сделал Он, а мы верим. Поэтому там, где мы не верим, мы не получаем то, что мы должны получить. Поэтому враг специально трудится над тем, чтобы разрушить нашу веру, чтобы мы поверили, что Бог – это маленькая белая точка на большом полотне тьмы. На самом деле все наоборот. Нам нужно понять, что наш Бог бесконечно огромен, бесконечно большой. Мы потом, может быть, какие-нибудь диафильмы посмотрим, чтобы увидеть величие нашего Бога. Но Господь, Он действительно огромен, Он действительно велик, Он действительно может все. Все, что Ему нужно, наше детское кроткое доверие. Все. Поэтому вот эта тема о любви Отца, о любви Бога, о том, кто Он есть, она крайне необходима. Нам нужно ее слышать. Нам нужно ее слышать с авторитетом, чтобы Слово пришло и освободило наши сердца. Мы должны понять, что все проявлено во Христе. Мы должны увидеть, что все имеет свою сбалансированность и истину именно в Господе нашем, Иисусе Христе, и в Нем нету никаких противоречий. Все противоречия во Христе были угашены. Все вопросы внутри Него умолкли. Если мы поймем Христа, мы поймем все. Все пазлы сложатся, всего будет достаточно. Поэтому мы здесь, чтобы изучить Христа, чтобы увидеть Его. Мы сегодня, когда поклонялись, я в какой-то момент вдруг осознала, знаете, вот иногда ты умоляешься, и ты ради немощной веры кого-то, ты как сковываешь себя, ты остаешься в сжатом, в каком-то таком ограниченном состоянии. Ты чувствуешь, как бы ты мог расправить крылья, но ты пока не можешь, потому что нужно ждать. И вот это состояние, знаете, вдруг, когда мы поклонялись, я вдруг пережила, что Иисус пережил, как Он согласился стать сжатым и сузиться, ограничить себя, чтобы сойти на этот уровень, на котором мы находились, сойти абсолютно и в терпении пройти это. Он Бог, ребята, Он не был просто человек, который жил на небе. Он был Бог, у Него тела до тех пор не было. Он был Господь, Он был Бог всемогущий. Он был Слово, которое вот творило все. Вот смотрите, насколько твердо наше Слово. Это Слово. Я – Слово. Вот это слово, все состоит из информации, это все слово, это то, что сотворено было, это вышло из его уст, понимаете, у него не было человеческого тела, он не был ограничен ничем, сойти не просто был на небесах и спустился на землю, он стал, простите, зародышем и прошел путь, вот оно смирение, от самого начала совершенно пройти полный путь, не сбежать. Не уйти, не попроситься назад. Папа, забери домой меня, больше не могу. Знаете, как у нас иногда бывает, мама, роди меня обратно. Так вот, у него такого не было. То есть он был смирен до конца. То есть понять это, вместить это, мы преуменьшаем его, вместо того, чтобы преувеличить его, и тогда оттуда, из этого преувеличения, посмотреть на все остальное, и на себя в том числе. Ведь Он не зашел к нам, чтобы нас унизить. Он зашел на самое дно для того, чтобы поднять нас превыше всего. То есть Он сжался, чтобы мы разжались. Чтобы мы разжались наконец-то. Он сжался, чтобы мы расслабились, понимаете? Чтобы мы были вознесены. И не может, если мы не поймем эту амплитуду, мы на самом деле не переживем и всю эту красоту, которую Он нам подарил. Поэтому пришло время без страха открыть глаза. Поэтому первым делом Господь хочет убрать глаза страха, чтобы мы убрали глаза страха и попробовали смотреть глазами веры. Убираем глаза страха. То есть, смотрите, мы стоим против страха. Я хочу сказать, наверное, мне нужно больше вам об этом сказать. Потому что я не говорю сейчас, я не уговариваю вас, ребята, давайте посмотрим. Я бросаю вызов людям веры. Я бросаю вызов людям веры стать против этого, как против врага. Не просто советоваться с этими вещами, но категорически стать против этого. Это принципиально, потому что иначе вы не сможете слышать голос любви. Если вы...
против, против лжи страха, против истолкований, которые приносит враг, против всего того, что не согласуется с истиной о Боге, против того, что изображает Бога монстром на самом деле, хотя мы не признаемся себе. То есть мы здесь для того, чтобы увидеть, где мы верим о Боге неправильно. Я говорю вам сейчас слово о Боге, да, я говорю вам истину о нем, я читаю места Писания, и я открываю вам какие-то вещи. И внутри вас могут подниматься ваши боли, ваши какие-то вопросы, какие-то непонимания. Там не просто непонимания детские, а будут подниматься из плоти непонимания, которые, как, знаете, как то, на чем сыграл враг в Эдемском саду. Где душа не доверяет, где душа спорит с Богом. Я сейчас говорю вот об этих спорах с Богом, где мы качаем, кто из нас прав. Решите этот вопрос между вами и Богом, что прав Бог. Давайте решим этот вопрос однозначно, что прав Бог. И тогда мы начнем слышать. Поняли? Это аксиома. Давайте, да, нам нужна какая-то аксиома для того, чтобы мы могли пойти. Именно из-за того, что мы качаем эту истину, мы не можем пойти глубоко, чтобы исследовать ее. Понимаете? Потому что мы все время на измене. Нам нужно прекратить с этим договариваться. Хорошо? То есть мы как дети говорим, мы любим чистое словесное молоко. Мы признаем, что мы маленькие, и мы еще мало что знаем. Господь, мы еще ничего не знаем. Чем дальше мы тебя познаем, тем больше мы понимаем, что мы вообще еще ничего не знаем. Понимаете? Хорошо. Вот сейчас я хочу об этом как раз поговорить. Спасибо. Это все было вступление. Ага, да. Я сегодня попросила ребят, чтобы они мне помогали мне короче говорить. Хорошо. У меня просто тема такая, которую я не могу, их две, но я не могу понять, где между ними перерыв. Остался час и 9 минут. Хорошо. 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 Но мы в одной мы уже находимся, собственно говоря. Знаете, Господь мне сказал не переживать и не торопиться, ну, по хронологии, потому что Он говорит, очень важно, чтобы вы прошли вглубь, а не вдаль. Вдаль мы уже так много находили. Нам нужна глубина, нам нужна реальность. Нам нужно понять, где нас подвели нас под монастырь, короче. Где нас не туда подвели, иными словами. Тише едешь, глубже будешь. Да, тише едешь, глубже будешь. Нам надо копать в глубину. Нам нужна живая вода, правда? Да. Вот. Хорошо. То есть понятно о нашем праве выбора, да? Здесь нету вот подковык, потому что дьявол часто в этом вопросе он подлавливает. Он говорит, а что ж Бог допустил зло, а что ж Бог допустил? И вот почему я точку нарисовала? Это для того, чтобы мы большей перспективой понимали, чтобы мы не преувеличивали зло. Сколько бы его ни было, он на Божьей истории – это точка. Это маленькая-маленькая точка. То есть насколько Бог больше, и насколько Он благ, и сколько в Нем света. Поэтому это нам поможет правильно смотреть. Вот. И хорошо, давайте сделаем перерыв, а потом мы перейдем ко второй теме, я ее сращу.